dvhub.ru. Они говорят, ну да, у тебя тоже на свадьбе будет такой стол, красивый, с блюдами, но ты ничего не будешь есть. Вы меня видели? Я не буду есть, если только до этого поел. Всем привет! Я инструктаж прошла, только что могу выступать. Имя твоей собаки. Что-то собака так забегала вокруг нас, счастливая. Я думаю, она ночью становится Джимми Нейтроном. Дмитрий Дебров, я надеюсь, он сдохнет раньше меня. И он такой: итак, вопрос, на куда ты попадешь, в рай или в ад? Вы здесь тоже прикольно, вы классные, спасибо. dvhub.ru